Цены на арбузы просто рекордные. В столице килограмм продают по 7-10 гривен. Почему так дорого, выясняла Ирина Романова. Оптовый рынок на столичной Троещине. Сюда за продуктами едут те, кто хочет сэкономить. 5 гривен, еще не никак. Видите, без мяты, без ничего. Просто она некрасивая, типа. Маленькие по 5, большие. Арбуз 7 гривен. Килограмм? Да. Оптом. Покупателей на рынке единицы, а те, кто все же раскошеливается, возмущены. Ну разве цены при наших пенсиях? Можно такие это арбузы? Когда такие были арбузы? Помидоры по 6 рублей, такое время. Ну если бы сын, не сын, то я бы не позволила себе. Продавцы как один кивают на погоду, мол, в этом году из-за жары арбузы сгорели. Поэтому урожай меньше, отпускные цены уже далеко не копеечные. Ну поле там сгорели, там арбуз за это нету. Там 3-4 поля остались. Сейчас арбуз подорожали, там 4,50, 5 даже. Вначале холодное, потом жаркое лето не способствовало хорошему урожаю, подтверждают и херсонские фермеры. Они сегодня выращивают больше половины всех украинских арбузов, поэтому бахчевых и вправду раз в 10 меньше, чем в прошлом году. А те, что созрели, небольшие. В том году по размеру он был, наверное, ну, вот такие есть. Это в том году. А сейчас он на себе. Положенный урожай, значит, что был там 15-20 тонн за гектара, а в некоторых дало там по 2 тонны за гектара. И потому что цена. 3 гривня из поля. А так на базаре там оптом, я не знаю. Чуть лучше ситуация на полях, где есть искусственный полив, но и цена отпускная повыше. А в Киев такие арбузы приезжают уже по 10 гривен. Дорого, дорого. Так страшно. Розказували, що баржа привезла стільки тонн кавунів, будуть дешевші, а вони дешевші. В Кабміні говорили правду. Доставка річним транспортом дійсно дешевле, ніж автомобільним, говорить економіст Олексій Дорошенко. Вот тільки товар з баржи – капля в арбузном морі. Одна баржа – це на самом деле там, може бути 10, може бути 20 автомобілів. А таких автомобілів по всій країні розходяться сотні. Тому ми говоримо про те, що це буквально кілька процентів від всього об'єму потреблення арбузів. Ти ніяким образом не скажеться на ціні. К тому же всі арбузи з баржі заранее викупили столичні супермаркети, утверждає експерт. Тому на риночних прилавках все, що привезли машинами. І стало б, вони гораздо дороже. А фура не вважаєте? 20 тисяч гривень, а туди-сюди їде фура. Ру 50 сверх идет фура, деньги каждый килограмм приходится. Основная доля приходится на доставку и на торговую наценку. В цене 8 гривен, в основном там порядка 5 гривен, 6 гривен сидит наценка торговца. Не сыграет большой роли и вторая баржа, которая уже на подходе к Киеву. Цены могут упасть только если люди перестанут покупать арбузы по 8-10 гривен. Хотя сезон и так уже подходит к концу. Ирина Романова, Кирилл Ющишин, Геннадий Никенко, Игорь Попов. Подробности, телеканал Интер.